Здравствуйте, дорогие друзья автомобилисты. Я как-то делал один видеоролик о прогревах, о оборотах. И один человек мне задал вопрос. Сергей Федотов, а при прогреве зимой стоит ли немного добавлять обороты? Друзья мои, если кто-то из ваших близких, знакомых или друзей оказался в сложной ситуации за границей, допустим, вы в Украине, они в России или вы в России, они в Украине, они нуждаются в вашей помощи, а у вас есть возможность и желание им помочь материально, но вы не знаете, как это сделать, потому что банки у нас не проводят переводы, то у меня есть уникальная возможность помочь вам в этом. Друзья мои, обращайтесь на вот эту электронную почту, я обязательно расскажу вам наши условия. Итак, нужно ли добавлять обороты двигателю в зимний период времени? Иногда на некоторых автомобилях настроена неправильно система прогрева, когда обороты двигателя не поднимаются. То есть на любом автомобиле всегда в момент прогрева обороты должны быть выше обычных холостых. Если ваши холостые обычно 800, 850, 900 оборотов в минуту, а у вас двигатель холодный, имеет обороты еще даже ниже, чем эти обороты, то здесь, конечно, необходимо либо разбираться, почему так возникает, потому что в нормальных машинах везде обороты должны быть приподняты, то есть, ну, порядка 1000, может быть, 1200 оборотов в минуту, это нормально. А если у вас этого не возникает, то есть обороты, наоборот, падают и не поднимаются, значит, что-то у вас неправильно, некорректно работает ваша система топливная, неправильно подается, что-то вот что-то в чем-то причина какая-то есть. Тут нужно разбираться непосредственно, либо клапан дополнительной подачи воздуха, либо там еще нюансов много может быть. Может быть, узел дроссельной заслонки помыть необходимо. То есть все зависит, конечно, от автомобиля и от топлива, на котором он ездит. У дизелей там одно, у бензиновых другое. То есть здесь, опять же, есть нюансы. Но обороты на всех автомобилях на холодную должны быть немножко подняты. Но если у вас нет возможности и желание с этим вопросом разбираться, то можно без проблем просто чуть-чуть добавлять газу и держать чуть-чуть приподнятые обороты. 1000-1200 вполне будет достаточно. Иногда может даже до 1500, если мороз сильный. Но я не рекомендую сильно поднимать обороты. Лучше всего это 1000-1200-1300 оборотов. Это вполне нормально. Во-первых, двигатель предподогрев получит гораздо быстрее. Ну а в дальнейшем потом вам нет никакой необходимости на месте двигатель прогревать. Просто трогаетесь и поехали, по чуть-чуть поехали, держите обороты в пределах до 1500, по чуть-чуть едете на пониженной передаче и таким образом догреваете двигатель на ходу, как я уже рассказывал об этом ранее. Надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал, на мой канал в YouTube, а также на оба канала в Дзене. Вот QR-коды, направьте камеры мобильных телефонов, вы знаете, что дальше с ними делать. Вас перебросят по ссылочке, подпишитесь. Это два взаимодополняющих моих канала. Один – топовые ролики, второй канал – это полностью дублирует контент с YouTube. Оставайтесь здоровыми, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!